Добрый день! Сегодня будем вязать узорчик из японского журнала. Для примера нам надо набрать 30 воздушных петель. Раппорт этого узора 12 петель на 8 рядов. 30 петель набрали. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 петли пропускаем. Заходим в третью соединительным столбиком. Вот так. 3 воздушные петли. 2 петли внизу пропускаем, провязываем, заходим в третью, провязываем 7 столбиков с накидом. Почему в начале было 6? Потому что у нас здесь было 3 петли подъема. И у нас здесь мы 6 провязали, получилось 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 3 воздушные петли. 2 петли внизу пропускаем. 1, 2. Входим в третью соединительным столбиком. 3 воздушные петли. И провязываем 2 петли, пропускаем вот тут внизу, и провязываем 7 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Никак не хочет. 3 воздушные петли. Поворачиваем работу и провязываем 6 столбиков с накидом. Этот уже не трогаем. Вот отсюда начинаем. 1, 2, 3, столбик, 4, 5, 6. Вот так. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Где у нас был соединительный столбик в предыдущем ряду, мы провязываем соединительным столбиком. 3 воздушные петли. Провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединительный столбик, заходим соединительным столбиком, 3 воздушные петли.
И провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот сюда, вот где у нас был этот 3 воздушные петли, провязываем 7 столбик с накидом. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. 3 воздушные петли. Входим в соединительный столбик вот сюда, соединительным столбиком. И вот теперь начинается интересное. Мы набираем 3 воздушные петли. Заходим в основание. Провязываем пико. Еще 3 воздушные петли. Провязываем 7 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот что у нас получилось. Как бабочка. Давайте еще раз повторим. 3 воздушные петли. Входим в основание. Столбик без накида предыдущего ряда. Провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Возвращаемся в основание вот сюда вот. Вывязываем пико, вот так, соединительным столбиком, 3 воздушные петли и до конца провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в последнем сюда вот прям, ну хотите вот в третью петлю, хотите под этот, вот так. Я думаю, так легче. Ну и как-то ровнее. Мы провязали 3 ряда. Теперь 1 воздушная петля. Поворачиваем работу. В первую петлю мы провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, нет, 6 воздушных петель, 5, 6. В 7 столбик вот сюда вот, вот в это место мы присоединяемся соединительным столбиком. 5 воздушных петель, 4, 5. Присоединяемся в первый. Вот сюда вот первый столбик соединительным столбиком. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. В 7 столбик соединяемся соединительным столбиком. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. В первый столбик провязываем соединительный столбик. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. И вот сюда в конец мы провязываем столбик без накида. Мы провязали 4 ряд. Три воздушные петли подъема.
переворачиваем работу 3 воздушные петли. В серединочку вот так входим в арочку и провязываем столбик без накида. Соединительный. Столбик без накида. Провязываем в арочку 7 столбиков с накидом. 1. Нет, извините, я ошиблась. Нам надо здесь бантик сделать. Вот такой же. Нам надо вот здесь провязать. Вот 3 петли подъема, 3 воздушные петли присоединились. И еще раз 3 воздушные петли. Вот так. Теперь заходим в арочку и провязываем 7 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 воздушные петли. Заходим вот сюда под арочку, провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. В арочку над пико провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 воздушные петли. Входим в арочку соединительным или столбиком без накида, 3 воздушные петли и еще 3, 6 воздушных петель и закрываем. Провязываем сюда вот в край. Обманула. 1, 2, 3. Раз, два, три. В краю у нас 1, 2, 3. 3 воздушные петли, вот как здесь вот. И в конце мы провязываем столбик с накидом. Так. Мы провязали 5-й ряд. 6 воздушных петель, 5-6, поворачиваем работу, заходим вот сюда соединительным столбиком, вывязываем вот этот элемент, также все один в один, соединительный столбик, 3 воздушные петли, вывязываем 7 столбиков с накидом, 3, 4, 5, 6, 7, 3 воздушные петли. Сюда вот опять же мы заходим столбиком без накида, 3 воздушные петли, провязываем вот эту группу 7 столбиков с накидом, 1, 2, 3, вяжется очень легко, 4, 5, крючок у меня 4. Объемный акрил, нитка. Вот 7 провязали. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда мы входим соединительным столбиком. 3 воздушные петли. И в край мы провязываем вот сюда вот, в третью получается. Да.
столбик с накидом. Для выравнивания края мы провязали шестой ряд. Красивый, да, узор? 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Поворачиваем работу. Теперь вывязываем вот этот элемент с пико. Мы заходим соединительным столбиком. 3 воздушные петли. Возвращаемся в основание, провязываем пикушку. 3 воздушные петли. Провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 3 воздушные петли. Заходим соединительным столбиком, 3 воздушные петли, вывязываем пико из 3 петель, опять 3 воздушные петли. Провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Три воздушные петли. Заходим соединительным столбиком. 3 воздушные петли. Вывязываем пико. 3 воздушные петли. И в край мы провязываем столбик с накидом. Вот такой вот узор получился. Следующий ряд. Давайте еще раз вяжем следующий ряд. Мы же никуда не торопимся. 1 воздушная петля. Поворачиваем работу. И мы уже это вязали. Мы вязали, значит, первая петля. Столбик без накида. 5 воздушных петель. 4, 5. Цепляемся к первому столбику соединительным столбиком. Провязываем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Цепляемся в последний столбик соединительным. Мы провязываем вот этот ряд. Вот этот. Над пико мы провязываем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Присоединяемся в первый столбик соединительным столбиком. А над группой 7 столбиков с накидом мы провязываем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Присоединяемся в последний столбик соединительным. 5 воздушных петель. 3. И в край мы провязываем столбик в третью петлю. 1, 2, 3. Столбик с накидом. И все. Далее у нас повторяется вот этот ряд. 5. Вот такая красота. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.